Владимир Плющев, экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России, специально для всех предлагает свою ставку на матч КХЛ «Локомотив ЦСКА». Железнодорожники очень грамотно отыграли пятый матч серии в Москве, добились важной для себя победы и продлили сезон себе и своим болельщикам. А вот армейцы так и не сумели взломать оборону команды Игоря Никитина. Да, может, все ждали и овертайма, но игроки «Локомотива» сумели реализовать большинство в середине третьего периода. Игра в неравных составах может стать главным фактором в этом противостоянии и в шестой встрече. У «Локомотива» по-прежнему нет права на ошибку, нужно побеждать. Многое будет зависеть и от игры вратарей. Вообще, думаю, что победит та команда, которая сумеет открыть счет. Не верю в то, что игра будет результативная. Поэтому поставил бы на тотал меньше 4,5 шайб.